Вот мужчина в Дагестане, вот самое приятное слово мужчине, чтобы его мужчиной назвали. Кто такой мужчина? Это тот, который справедлив ко всем другим, но не требует справедливого отношения к самому себе. Ни от жены, ни от детей, ни от кого вообще, ни от главы, ни от кого бы там ни было, разницы нет. Вот кто такой мужественный человек. Поэтому вот чтобы человек был мужественным, он должен понимать, что он этого не заслуживает всего. Вот он на самом деле мужественный человек. Вот мужчина думает, вот я сейчас сяду на хорошую машину, вот она мне подойдет. Он сидит, ездит и такой думает, вот она мне подходит. Женщина, вот она мне подойдет. Быть богатым, вот подойдет. Стану прокурором или мэром города, вот мне это подойдет. Вот что хоть он не думает, что ему подходит. А шариат говорит, самое то, что подходит мужчине, это не винить других людей. Это чтобы человек винил во всех проблемах только самого себя. Вот это справедливое, это есть мужественный человек.